Приветствую вас. Скажу в некоторой степени, наверное, простую вещь. Разобраться в себе, потому что, понимаете, ваш парень, скорее всего, не изменится в силу того, что у него достаточно серьезные традиции, достаточно серьезные культурные вещи, культурные, так скажем, бэкграунд. Ваш парень, скорее всего, не изменится. Вот. Пойти против своего отца, ну, мог бы, конечно, мог бы, безусловно, мог бы, но требовать от него этого, ждать от него этого, на мой взгляд, не то, что как-то могло бы улучшить вашу жизнь, честно говоря. Вот, потому что все-таки это выбор, это личный выбор каждого человека. Вот, это личный выбор каждого человека, меняться и делать что-либо для, допустим, чего-то, или не меняться, и ничего не делать. Поэтому, если ваш молодой человек, ну, не хочет что-то делать, да, чтобы там, к примеру, быть с вами, например, допустим, то, ну, старайтесь его, мне кажется, по меньшей мере, бесперспективно. Вот, можно, конечно, но бесперспективно. Вот. А вот опираться на себя, опереться на себя и подумать, чего хочу я, и что я хочу для молодого человека, и принимаю ли я его таким, как он есть, это меньше, что вы можете сделать. Потому что есть, конечно, ряд особенностей которые можно и нужно учитывать, когда мы говорим про представителей тех или иных культур. По-другому здесь никак. Так что, да, отец вашего парня имеет полное право, к сожалению для вас, решать за него, я имею в виду за парня. Решать за него, с кем ему быть и прочее. Вот. Да, это неприятно. Я здесь, в принципе, с вами не спорю. Вот, но тем не менее. Поэтому думайте, чего вы хотите для себя. Вот. И что будете делать
Потому что молодой человек, скорее всего, не поменяется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Обязательно задайте себе вопрос, что для меня значит мужчина, что я хочу для него. И что я хочу для себя. Также подумайте, что между вами общего, что вас связывает. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.